Утром во вторник на работу опоздали несколько десятков орловчан. Все они попали в пробку на Тургеневском мосту. Причиной такого транспортного коллапса оказалась авария, в которой столкнулись 5 машин, догнавших друг друга на середине моста. И хотя на месте ДТП работали инспекторы ГАИ, пытавшиеся как-то отрегулировать движение, пробка рассосалась не быстро.